Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 15 января – мудрый день. Вы можете управлять своей судьбой. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Воскресенье, 15 января, отличается невероятно мощной энергетикой, которая может быть как позитивной, так и негативной, в зависимости от ваших поступков, намерений и даже мыслей. Периодом управляет нейтральный 23-й луна сутки, в период власти которых очень важно проявлять активность, даже если появляется ощущение, что все ваши усилия не приведут к стоящему результату. В противном случае сильные энергетические потоки негативно отразятся на вашем здоровье и самочувствии. Луна переходит из весов в знак Скорпиона, поэтому вы можете столкнуться с перепадами настроения и подавленностью. Также в эту пару могут дать о себе знать беспричинные страхи и давние переживания, из-за чего имеется риск раздражительности и перепадов настроения. При этом значительно усиливается интуиция. Появляется сосредоточенность, благодаря которой вы сможете справиться с имеющимися сложностями и освободить сознание от необоснованных тревог, направив энергию этого дня во благо себе. В эти луносутки недопустимо бездействовать, поскольку не растраченные силы негативно скажется на вашем состоянии. Чтобы справиться с мощными потоками энергии, займитесь медитацией, проанализируйте свои поступки и намерения. Это поможет сохранить спокойствие, избежать ссор и конфликтов. Крайне важно не допускать внутренних противоречий, поскольку любая дисгармония становится причиной неконтролируемого агрессивного поведения. Поскольку день опасен своей непредсказуемостью, необходимо начать его с планирования. Сразу после пробуждения возьмите ежедневник. Распишите занятия на протяжении суток с максимально доступной вам точностью. Следуйте этому плану по возможности, не отклоняясь от него даже в мелочах. В процессе не суетитесь, избегайте торопливости. Сохраняйте золотую середину во всем. Позитивные сны, увиденные сегодня, говорят о вашей внутренней гармонии. И боли не несут никакого смысла. Мрачные и кошмарные сновидения могут оставить ощущение усталости и тоски. Однако не переживайте, поскольку в эти лунные сутки они хотя и могут сбыться, но они несут прямо противоположное значение. К примеру, если вам приснилась автомобильная авария, в которой вы участвовали или пострадали, наяву вам не грозит никаких происшествий на дорогах. В эти сутки вас вряд ли посетит желание заняться искусством, а даже если это произойдет, результат вас разочарует. Попытки продолжить начатое накануне обречены на провал, поскольку сегодня у вас все будет валиться из рук. Чтобы не расстраиваться из-за безнадежного испорченного начинания, займитесь чем-либо другим, а все творческие наработки отложите до лучших времен. День неплох для получения новых знаний, при условии, что вы полностью погрузитесь в процесс и сосредоточитесь на поставленных задачах. Обеспечьте себе комфортную обстановку на период обучения и позаботьтесь, чтобы вас никто не отвлекал. Не менее важна заинтересованность в процессе. Не засоряйте мозг бесполезной или ненужной информацией. Обязательно выделите себе время для занятий спортом. Физическая активность позволит справиться с сильной энергетикой этих лунных суток, поможет укрепить организм. Луна советует. Приступая к делам, помните, что сегодня не лучшее время для новых начинаний. Займитесь делами, начатыми ранее. Особенно если среди них есть зависшие вопросы, которыми уже давно следовало заняться. Сегодня вы сумеете справиться со всеми задачами, которые не удавалось решить ранее. Поэтому старайтесь заняться чем-либо наиболее сложным, требующим приложения значимых усилий. Если день для вас рабочий, постарайтесь меньше времени проводить в компании коллег. Откажитесь от коллективной деятельности. Также не стоит заниматься поисками партнеров. Устраивать деловые встречи. Полностью погрузитесь в работу, ни на что не отвлекайтесь. Финансовые операции грозят убытками, поэтому избегайте крупных трат и вложений. Безопасными будут только мелкие покупки и вклады, однако увлекаться ими не стоит. Одалживать, занимать деньги не рекомендуется, поскольку имеется риск надолго отвернуть от себя денежную удачу. Если есть возможность, проведите день в одиночестве или в компании самых близких людей, полностью исключив общение с остальными. Разговоры сегодня вызывают усталость и нехватку сил, поэтому больше молчите и не участвуйте в обсуждении сплетен. Остерегайтесь любых ссор. Ни в коем случае не позволяйте себе раздражительности по отношению к кому бы то ни было, так как в этом случае вы рискуете спровоцировать длительный конфликт. Общение со второй половинкой нежелательно, особенно если ваши отношения далеки от идеальных. Любые попытки примирения после ссоры приведут к усилению конфликта, а приступ ревности может спровоцировать расставание. Если ваши отношения гармоничны, в этот день вы сумеете поддержать друг друга. Однако не заводите никаких важных разговоров, больше молчите. Длительные поездки могут стать причиной утомления или плохого настроения, поэтому нежелательно
Кратковременные путешествия будут удачными, однако в пути могут произойти мелкие неприятности, к которым необходимо отнестись с пониманием. Минимизируйте контакты с попутчиками, избегайте скандалов и не поддавайтесь на провокации. Неконтролируемая энергетика этих суток часто используется темными колдунами-ведьмами, проводящими в этот день вредоносные ритуалы, поэтому не забывайте об амулетах и отдайте предпочтение защитным обрядам. Кроме того, сегодня вы можете надолго избавиться от любого негатива, присутствующего в вашей жизни, с помощью простых магических действий. Снятие наведенного безденежья. Вам понадобится 12 монет. Берите любые абсолютно. Также вам понадобится емкость, где должна быть вода. Вода любая. В эту воду вы должны складывать по одной монете и при этом проговаривать такие слова. Монетки складываю. Безденежью путь закрываю, свою удачу забираю, нищету ее хозяину возвращаю. Ему с ней жить, никому более ее не переложить. Вода, все дурные слова и проклятие смоет, от злого глаза меня укроет. Истина. Вот вы должны проговорить 3 раза. Все это время по одной монетке вы должны бросать в емкость. Дальше свою емкость вы должны оставить на ночь на подоконнике. Утром заберите монеты, просушите и... Пройдитесь по улице и бросайте эти монетки по одной в разных безлюдных местах. Воду нужно вылить в землю. Защита жилища. Вам нужно взять полынь. Сухую траву можно купить в аптеке. Сделайте из нее настой. Добавьте воду для уборки. Но перед тем, как мыть полынь, вы должны сказать такие слова. Трава горькая моему дому защиту принесет. Грязь и беду уберет. От новой убережет, недоброму человеку глаза отведет, мой дом от него навсегда укроет. Говорим 1 раз, далее приступайте к уборке. Все, просто помойте полы. Так вы сможете защитить свое жилище от недоброжелателей. Этот ритуал поможет, если в вашем окружении появился человек, вредящий вам действиями или словами. К примеру, устраивающий козни или распускающий сплетни. Вам нужно купить соль. Далее, вы должны ее поставить на столе. На столе больше ничего не должно быть. Откройте ее и скажите такие слова. Соль от неприятеля защищает, от его козни избавляет. Ему больше ко мне не цепляться, мне от его действий нерушимой стеной оберегаться. Ему от меня отстать, мне о нем более не вспоминать. Вот вы должны проговорить 3 раза. Все. Далее эту соль можно использовать в приготовлении, либо сделать мешочек и насыпать мешочек, носить всегда при себе. Все. Так вы сможете защитить себя от недоброжелателей. Ну а по народным приметам 15 января отмечают Сильвестров день. Рожденные 15 января – прирожденные лидеры. Эти люди не только мудры и расчетливы, но также наделены властным характером. Имеют предпринимательскую жилку и нередко становятся преуспевающими владельцами своего дела. Их талисман – черный агат. Наши предки называли 15 января куриным праздником. Все дело в том, что в этот день наши предки занимались починкой курятников. В этот день старались не есть яйца, мясо курицы и любой другой птицы. В это время продолжались святки, а значит повсеместно шли народные гуляния и торжества. В этот день проводили очень интересную практику на то, чтобы сохранить лад в семье и избавиться от ссор в доме. Брали простое яйцо. Обязательно его нужно сварить. После того, как яйцо сварено, нужно его достать и сказать такие слова. Яйцо сварено, больше не растечется. Как конфликта в доме не начнется. Как яйцо никто есть не станет, так и ссора в доме не настанет. Истина. Вот нужно проговорить 1 раз. Оставляйте это яйцо ровно на сутки на кухне. Через сутки это яйцо нужно закопать. И по традиции, перед сном каждый из вас. Перед тем, как ложиться спать, обязательно проговариваем такие слова. «Я горжусь сегодня своими победами». Вот повторяем 1 раз, и вы посмотрите, что любые победы будут у вас каждый день.